Верно! Равнение на право! 28 июня 2014-го. Исторический день для Краснодарского университета МВД России. Коллектив получает официальный символ и реликвию – знамя университета. Товарищ генерал-лейтенант, личный состав Краснодарского университета МВД России для проведения церемонии вручения знамени университета и выпуска специалистов для органов внутренних дел построен начальник университета генерал-майор полиции Калиниченко. В этот знаменательный день на церемонию прибыл генерал-лейтенант внутренней службы Владимир Леонидович Кубышко. Церемония вручения нового знамени возвращает к истокам героического прошлого российского воинства. В соответствии с указом президента Российской Федерации от 12 июля 2012 года номер 983 об учреждении флага и знамени Министерства внутренних дел Российской Федерации, знамен отдельных территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации, центров специального назначения сил оперативного реагирования территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации на региональном уровне, образовательных учреждений системы Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральному государственному казенному образовательному учреждению высшего профессионального образования Краснодарский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации вручено знамя как официальный символ и реликвия олицетворения чести, доблести, славы и верности долгу. Президент Российской Федерации Путин, Москва, Кремль. Это знамя третье в почти 40-летней истории коллектива. 8 мая 1984 года начальник Краснодарской специальной средней школы милиции МВД России полковник Ричард Балясинский принял первое знамя образовательного учреждения. 29 июля 1996 года начальнику Краснодарского юридического института МВД России генерал-майору милиции Юрию Агафонову было вручено знамя ведомственного вуза. Новая символика обязывает стремиться к новым достижениям. Традиция вручения знамен, зародившаяся в древние времена, сохранялась и приумножалась народами нашей страны. Знамена воинских формирований и органов внутренних дел, отличившихся в разные периоды истории нашего Отечества, овеяны неувидаемой боевой славой, и мы по праву дорожим ими, как священными реликвиями, заслуженными героическим трудом предыдущих поколений сотрудников органов внутренних дел. Вместе с преобразованиями в нашей стране происходит возвращение к истокам, которое находит отражение в изменениях государственной символики, включая боевые знамена. На новом полотнище начертаны слова «Служим России, служим закону». Так пусть же новое знамя по-прежнему будет напоминанием всему личному составу о священном долге, высоком предназначении быть на страже закона, надежно защищать граждан от преступных посягательств, хранить преданность своей родине. Три десятилетия, несколько поколений сотрудников, курсантов и слушателей, убеленные сединой ветераны, чтят символ беззаветного служения родине, стоят надежно на страже Конституции и законов Российской Федерации. В истории достаточно примеров, когда знамена воинских частей и органов внутренних дел вдохновляли на героические подвиги. Их защищали как символы чести, доблести, славы. Именно в таком качестве мы воспринимаем новое знамя Краснодарского университета МВД России, которая символизирует верность служебному долгу и личную ответственность каждого сотрудника, курсанта, слушателя за успешное выполнение поставленных задач. В 2014-м на плацу Краснодарского университета МВД преклонили колено более 300 выпускников. Прощание со знаменем – один из элементов церемониала выпуска. Эти защитники правопорядка уже прошли первую профессиональную проверку. Они обеспечивали безопасность Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи и удостоились высокой оценки. Особая гордость университета – отличники учебы. В этом выпуске их пятая часть. Среди тех, кто удостоился рукопожатия генерал-лейтенанта Кубышко – Настя Карабаш. Настя вплела в косу красную ленту –
знак отличия отличницы. В 2009-м она целеустремленно начала свой путь к сложной профессии следователя. Ее характер становится крепче, она выносливее становится. И главное то, что форма нас всех странит, делает красивее. Мне кажется, женщина для самой красивой. Присяга и последний торжественный марш. Эти два события для Анастасии Карабаш разделяют не только 5 лет. Для тебя, когда ты поступаешь на мир, переворачивается полностью. У тебя появляются другие ценности, другие ориентиры, другие принципы. Что-то становится важнее, что-то не важнее. То есть здесь такая школа воспитания, которая, я думаю, каждому была бы полезна. Курсант Игорь Карабаш готовится к своим свершениям, а пока гордится достижениями двоюродной сестры. Продолжать семейную династию – серьезная мотивация. Были тяжелые моменты, особенно в начале первого курса, когда хотелось бросить все, развернуться и уйти, поплакаться в жилетку. Жилетки рядом нету, никого нету. И вот прекрасное завершение. Красный диплом и золотая медаль об окончании этого прекрасного вуза Краснодарского университета МВД России. Именно им предстоит по наказу президента России оправдать доверие граждан страны. Сегодня они получили офицерский статус. И уже не курсанты, молодые следователи, сотрудники уголовного розыска, спецподразделения МВД, психологи и финансисты продолжат службу в 5 федеральных округах Российской Федерации, Республике Абхазия и Республике Южная.